Главную роль в их музыке занимает женский вокал и хрупкая и прекрасная солистка Дженнифер Хабен. Итак, встречайте, немецкая группа Beyond the Black. У меня никогда прежде не было фанатов из Сибири, но я думаю, что они такие же, как все русские, темпераментные, горячие, страстные. Я обожаю такую публику, и я надеюсь увидеть именно таких людей и здесь. Может быть, даже лучше. Группа Beyond the Black из Германии. Наша тема — симфонический металл. Приятный, красивый симфонический металл. Не слишком агрессивный и не слишком мягкий. Стараемся в основном соблюдать баланс. И работаем с потрясающей певицей Дженни.
что музыка объединяет людей. Любая музыка, какого бы стиля и жанра она ни была, и металл, и рок, они изначально несут в себе такое желание дружить. И поэтому мы тут, на этом огромном фестивале, становимся одной семьей. И это мне особенно нравится в музыке металл и рок. The next song we want to play for you
is a song from the new album. You know the album. So, yeah, this song is released today. You can find it in the internet. So now you hear it live. And the song is called My God Is Dead. My God! The one you left us lost in.
В прошлом году мы были в Москве и Санкт-Петербурге, так что мы не первый раз в России, но в Сибири впервые. И вчера мы провели день с устроителями этого фестиваля. Нам показали удивительные вещи. Эти карьеры вокруг потрясающе, великолепно. Никогда не был в подобных местах. Новокузнецк выглядит очень симпатично.
мы собрали здесь вот команды совершенно с разных стран, из Германии, из Англии. Вот они приехали для того, чтобы поздравить город. И более того, они довольны, они счастливы, они в восторге от того, что они приехали. То есть не просто с холодным носом приехали, выступили, получили деньги и уехали, а они получают удовольствие, они получают кайф от этого. Beyond the shade, you see.
Это было просто потрясающе. Ты выходишь на сцену, и тебя встречают, и все кричат и вопят от первого ряда до последнего. Я сижу на барабанах. Это немножко ближе к публике, чем другие. Они поглубже на сцене. И каждое «пуф» передается в зал, и тебе отвечают. Это великолепно. Я такого даже не мог ожидать. Это было по-настоящему здорово. Every heart.
Это было просто потрясающе. Мне разрешили порулить на такой огромной машине, горном самосвале. Это было ух. И я была приятно удивлена тем, как много здесь всего придумано, и какие прекрасные здесь люди. Мы ели борщ и еще много всего вкусного. Все было замечательно. Thank you.
Вчера нас пригласили на обед главные устроители этого фестиваля. Мы ели икру. Пили водку, конечно, сногсшибательную. Я ел что-то такое, не знаю, как называется, типа пасты, тортеллини такие, русские с мясом. Похоже на лапшу, заполненную мясом. Да, точно. И это было здорово. Никогда прежде этого не ел. И это было что-то невероятное. Все понравилось. Белуга — это вообще нечто. Нас вчера пригласили на обед и угощали всеми блюдами русской кухни. Что мне больше всего понравилось? Трудно даже что-то выделить. Но, по-моему, это самое главное блюдо в Сибири, и оно мне очень нравится. Пельмени. Не знаю даже, почему оно мне так понравилось. И еще очень вкусная рыба соленая. Я соль обожаю просто. Отличный опыт во всем. We'll be right back.
This is amazing. This is really, really amazing. Thank you so much. Wow, first time for us in Siberia, and such an amazing crowd. We have never thought about it. For the next one, I hope you could understand me. I try to speak a little bit slower. Jenny is counting you in because we want you all to jump with us. Are you into jumping with us? I guess there are some people not getting what I said. So I ask again. Are you into jumping with us, Domokustas? So, get in the mood.
also wanted to say спасибо, строй сервис, что... Thank you very much. Что привезли в Сибирь. Бытует мнение, что Сибирь — это много медведей. Но вовсе нет. Не сейчас. И когда ты чего-то не ожидаешь. Например, погода. Ты думаешь, что в Сибири всегда минус 30-40 градусов зимой. А мы приехали сюда, и было плюс 22 градуса. Это прямо-таки удивительно. А уж как жарко на сцене, и я теперь буду рассказывать людям, что в Сибири совсем не всегда холодно. В следующий раз в России и в следующий раз в Новокузнецке. Надеюсь.